Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем показывать нашу прекрасную стройку. Стройку на Манхэттене, так называемом украинском. И вот, пожалуйста, результаты стройки мы видим все. Строится двухэтажное офисное здание. И вот у нас есть уважаемый прораб стройки. Скажите, пожалуйста, прораб Артем Валерьевич, какая стоимость сегодня на данный момент, это у нас 1 ноября 2014 года, стоит 1 квадратный метр? Для инвесторов информацию. Добрый день. 3000 долларов, пожалуйста. Можете инвестировать $3000 и да. 1 квадратный метр. И вы участвуете в этом помещении, которое будет более симпатично, естественно. Сейчас стройка, сейчас ничего не увидишь. Но главное, это деньги на выходе. Какая разница, как сейчас на строительном этапе. Да, то есть, действительно. Сейчас будем доделывать перекрытие, отделочные работы пойдут, и параллельно строится будет второй этаж. Все правильно, спасибо большое. То есть, как вы видите, мы не стоим на месте, и каждый день у нас стоимость увеличивается, а второй этаж, когда будет планироваться, будет строиться, то там, я думаю, мы до 10 тысяч долларов уже дойдем, потому что там именно у нас будет вид из окна. Прекрасный вид из окна. Спасибо большое. Да, до скорых встреч.